Сколько я проспал? Что ж, надо позавтракать. И как-то эти орехи мне не внушают. Нужна комната? Или просто меду налить? Да нет, дай что-нибудь в дорогу поесть. Не знаю, еще сырка с орехами. Если что нужно, кричи. Как-нибудь в пути догонюсь. Мне нужно доставить книги, а то... Я уже не знаю, что там происходит в Винтерхолде. Сколько меня не было? Я уже пару дней отсутствую. Надо как-то дать знать, что я вообще жив. Эти новые заклинания... Пока что не особо сильно помогают. Пройти что ли через Саартал? Хотя нет. Не горю желанием этим заниматься сейчас. Странное заклинание, однако. Это еще кто? Вы, надеюсь, не за мной? Каджиты идут себе. Гуляют. Волк! Поверь мне, ты этого не хочешь. Мне показалось, или он намного быстрее умер? Черт, у меня руки в крови. Что это за пещера? Я здесь был, но... Как-то не заходил, может быть, имеет смысл проверить? Ага. Очень гостеприимно. Волки? Волки — это не проблема. О, да, крайне быстро. Возможно, я скоро стану мастером огня и, возможно, даже именно этого конкретного заклинания. Где заклинание школы разрушения? Почему сплошное? О, только не говорите мне, что это нордские руины я нашел. Только не говорите мне эти фразы. Я слышу шаги. Драгоценные камни вижу. О, да, это нордские руины. Черт, и ведь интересно. Каков шанс, интересно, найти заклинание школы разрушения в древних нордских руинах? И то, что сейчас было надо мной, очень смахивает на ловушку. Ну да, и это тоже смахивает на ловушку. О, черт! Чертовы драугры. Ну давайте. Вы как раз самое то. На небольшую утреннюю тренировку. Школа разрушения. После всяких колдунов. Я только счастлив вас встретить. Может быть, здесь будет что-то интересное? Я не знаю. Древние нордские руины часто хранят в себе многие тайны, о которых ты не узнаешь, пока не найдешь. Каких пор вы так подпрыгиваете после смерти? Зеркало. На досуге обязательно.
Полистаю. Вы думаете, в стенах спрятались и все, вам это поможет? Фу, ну вот меня и гонит, мне надо помыться. И нет, я это в жизни не открою. У меня есть пара отмычек, но я понятия не имею, что с ними делать. Мне нужно какое-нибудь заклинание, которое... каким-то образом... поможет мне открывать такие двери. Слишком часто сталкиваюсь, я уверен. Толвдер может мне об этом что-то рассказать, а может быть и... Черт, я не совсем уверен, что это за... заклинание, к какой школе они относятся. Но с огнем я уже управляюсь очень даже неплохо. Как что-нибудь посильнее бы. Почему у меня не было буквально ни одного занятия? Нормального занятия. Ты же встанешь. Все, что мы делали на занятии, это... попробовали щит. Пошли в сортал, и там оно началось. Это что еще такое? Это явно ничего хорошего. Нажимные плиты везде, эти древние норские руины. Ужасно опасно, но настолько интересно, что в них... О, черт! Нет уж. Это не про меня. Так интересно, что тут можно найти. Драугры? Если я сейчас его спугну, то здесь будет такое большое количество драугров. Хотя, может, и нет. Серьезно, никто не хочет встать? Я в это не верю. Да как я это... Я слышу, что здесь еще они все мертвые. Тут как будто бы кто-то уже побывал. Но такого быть не может. Почему тогда здесь некоторые драугры ходят? Может, их разбудили и теперь... они не... неспокойные? О, да. Драугр, который обладает магией. Давай, кто кого? Моя магия или твоя? Кто из коллеги это? Я вот расскажу все преподавателям. Они должны просто... обязаны будут меня повысить. В каком-нибудь ранге. Снова соревнуемся. Огонь против льда. Почему я так на автомате просто подбираю какие-то ненужные мне вещи? Да, у этих драугров нету абсолютно ничего. Серьезно, даже никакой тайны здесь не будет. Просто... просто какие-то руины. Жалкие. Вау. Вот это мне повезло. Здесь есть несколько проходов. Двери, которые я не открою никогда. Ладно. Куда ведет этот туннель? К еще большим драуграм.
Какая хорошая практика. На нежити. Кстати, насчет нежити. По-моему, пора попробовать новое заклинание. Которое может мне понравиться в той или иной степени. Главное, чтобы друга расстались. О, они, конечно же, еще есть. А, ну-ка. Оу! Это заклинание школы восстановления, которое имеет свойство атаки? Ну, оно мне нравится. Против нечисти? Самое то. Не такое сложное и крайне сильное. И при этом абсолютно никакого... Абсолютно никакой опасности для живых людей. То есть его можно использовать где угодно. И... Я точно хочу этот сундук? О, да. Нет, ты хочешь умереть. Или нет? Что ты такое? О, что это было? Там все, кроме тебя, уже погибли. Пошел к черту. Ты какой-то необычный драугр. Это точно. Но это массовое заклинание, оно позволяет избавляться от драугров просто пачками. Может быть, два сразу попробовать выпускать? Нет, эти звуки меня вообще не радуют. И снова этот камень. Который я почему-то слышу. Ну-ка. Убийство, смертный приговор. Да черт, что это за язык? Я совершенно точно не знал ничего такого до Мары. И свиток с электричеством. Мара что-то сделала. Вот нужно было лучше формулировать свои желания. Намного лучше. Конечно, мне же нужно было просто сказать, что я хочу выбраться из этой камеры просто потому, что мне, видите ли, скучно. Конечно, это же самая нормальная причина. Которая только может быть. И здесь где-то должен быть как будто бы рычаг. Но только его нет. Потому что вот это явно не похоже на что-то здоровье и полноценное. Но я ничего не вижу. Странно, вот это явно какой-то потайной ход. Что ж, ладно. О, это выход. Снова похожие двери. А вот здесь теперь уже есть рычаг. О, да, я здесь заходил, вот эти волки. Отлично. Что ж, это была неплохая практика. Я даже смог поэкспериментировать с заклинаниями. Заклинанием. Сундук. Как я пропустил его на входе. Интересно, насколько далеко я вообще продвинулся относительно всех других учеников? Они вообще знают про то, что есть вот это заклинание? Они хотя бы слышали про него и вечереет уже, да, мне пора возвращаться в коллегию.
Путник. Ну, а зато по какой-то причине обратная дорога не такая прохладная. Что это был за звук? Не надо! Животные, я прошу вас, не сдавайте никаких звуков. Я немного на нервах в последнее время. Мне крайне не нравится слышать всякие рыки, писки, вообще любые звуки неожиданные. Нужно будет еще в магазинчик зайти, у меня есть огромное количество всяких драгоценностей, я думаю, что торговка будет приятно удивлена. Я ей это продам за какую-то цену, она продаст еще дороже. Ну, я смотрю, в форте уже обосновались. В порту. Это хорошо. Отличная работа, ребят. Братья Бури. Делают хорошее дело. И не агрессируют, как только я к ним подхожу. Это не твое дело. Угу. Мимо пройти нельзя. Короче, давай. О, господи. Что у тебя есть ценного, а то выпотрошу как рыбу. А тебе кажется, что у меня есть деньги? Вообще-то да. Судя по виду, тебе золото девать некуда. Больше я повторять не стану. Нет, чувак, на это времени, честно, нет. Я понимаю, что ты в себе уверен, но... И главное, прямо около форта. И что же у тебя такого есть? Ммм, аметист. Капюшон мага. Какой из тебя маг? Просто сразу сжечь. Теперь ты доволен? Тварь. Да, еще интересный вывод я сделал. Я ненавижу уродов. Воров, некромантов, колдунов. Просто терпеть не могу. Если бы я был наемником, я бы только за ними и ходил. Ну что? Увидел, вычислил каким-нибудь образом вора, который обокрал какую-нибудь девицу на пути к Винтерхолду, не знаю. Проследил за ним, дождался, пока он устанет. Где-нибудь приляжет. Ну, или в своем лагере. И... Опа, секирой! И на одной тварь меньше. Почему там что-то горит? Без огня. Это странно, я туда не пойду. Шахты Винтерхолд уже вот он. Здравствуйте. К сожалению, уже практически ночь, и... Становится очень холодно. Но звезды ночью с этой стороны Скайрима просто невероятно. Мне интересно, никакая поисковая группа за мной не была отправлена, да? Ну, в смысле, меня нет уже несколько дней. О, господи! И как бы в коллегии, казалось бы, знают о том, что я ушел на, скажем так, задание, которое должно было меня привести к группе опасных магов, которые очень жестоко справляются с... да со всеми. Уортерн, ну, он не выжил, например, с ним просто... С каких пор здесь ворота? Вы успели отстроиться? Вы успели поставить здесь ворота? Хотя с магией, ну ладно, это еще, наверное, нормально. Ничего себе. Здесь вообще было не так, когда я был тут последний раз. Магия реально творит чудеса. А
есть хочется. Надо в таверну зайти за едой. Многое изменилось. Заходи. Дай мне знать, если тебе что-нибудь понадобится. Или просто присядь у огня, а я пришлю к тебе кого-нибудь. Если тебе будет что-нибудь нужно, просто дай мне знать. Еды. Погляди. Любой еды, которая у тебя только может быть. Жареная куриная грудка, идеально. Оленья отбивная, со сладким рулетом и под мед. Спасибо огромное. Угу. Ты, наверное, из тех волшебников, из коллегии в Винтерхолде. Наверное, я уже в этом не уверен. Все еще в крови. Кстати, интересный факт. Каждый раз, когда я оказывался в этом... в этой проекции, я всегда был в этот момент в таверне. Интересно, я смогу как-нибудь... если сосредоточиться? О, да! Это работает. Я люблю магию. Что ж, и школа разрушения... не работает. Возможно, кто-то считает, что я еще не готов к этому. Закончить магическое заклинание, даже когда заканчивается мана? Интересно, интересный навык, но я бы посмотрел в другие школы. Хотя по восстановлению тоже мне пока что еще ничего не доступно. Странно, по изменению я вообще ничего не знаю. Иллюзий вообще еще не встречал, а колдовством особо не пользуюсь. Поэтому, пожалуй, разрушение. Отлично. Ну и колдовство все-таки. Ладно, я не обязан, я думаю, тратить все и сразу. О! Господи, это так... голова кружится после этого. А, интересно, магазинчик работает? Блин, к сожалению, не помню, это эта дверь была или другая. Бирна, ну что ж ты закрылась-то? Ладно, утром к ней зайду. Но к орку библиотекарю я тоже, наверное, сейчас не пойду. Пошел он к черту. Со своими книгами. Мать его. Или пойти отнести сразу? А, ладно. Вот так вот будет неожиданным сюрпризом. Одно, чему приходят книги. Ночная доставка. Пропади он пропадом. Привет, я жив, если тебе интересно, и вообще... Я не терплю, если с книгами обращаются неаккуратно, ясно? Ну, конечно, да. Вот книги. Так-так, и ты, смотрю, в полном порядке. Спасибо. Я просмотрю их и сообщу Мирабелле, если найду что-то стоящее. Надеюсь. Ночь слез? Эту я помню. Вот это уже интересно. Ты ее тоже прочти. Если я не ошибаюсь, там есть интересные подтексты. Упомяни об этом в разговоре с Толфтером. И вот, держи. Мне кажется, это заслужено. Господи. Толдер. Что за книги он мне дал? Что-то связанное с магией. Ладно, это полезно. Сколько я книг набрал? Ужас, просто рюкзак просто практически полностью из них состоит.
И это про магию. Они все про магию. Ладно, урок. Услужил. Да, они все про магию. Так или иначе. На... Каждый из них на разную школу магии. Это интересно. Товдер, я бы с Фаральдой поговорил. Я думаю, она может мне помочь с моей небольшой проблемой. А вот где ее найти? О, господи, вы сюда это перевели? С ума, что ли, сошли? Здесь же нельзя проводить опасные эксперименты. Так, ладно, с Товдером я поговорю попозже. Хотя Фаральда уже может спать в это время. О! Привет, как раз тебя ищу. А, это Нирия. Как же они похожи, две. Скорее всего, Фаральда где-то у себя и отдыхает, но я бы очень хотел, чтобы она меня немного поднатаскала. И извините. Белла неплохо справляется с обязанностями мастера-волшебника, но нет предела совершенству. Понятное дело, я бы хотел узнать побольше про заклинание школы разрушения, и я хочу поинтересоваться, есть ли у тебя какие-нибудь. Погляди. Ну, естественно, за плату. Я даже не сомневался. Что же я хочу-то? Что из этого выглядит наиболее интересным? Холод мне мало нравится. Не знаю, вот огонь. Вот огонь, да. Электричество. Разные руны. Огненные стрелы. Лед, 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 все это лед. Все это лед. Окутывает заклинателя в огонь. Вот это интересное заклинание. И, кстати, не такие уж-то и дорогие они. Что ж, я думаю, пора попробовать немного электричества. И возьму я, пожалуй, это. И вот это. У меня, к сожалению, заканчиваются деньги, но... Да, я бы хотел это попробовать. Это спасибо. И это два новых заклинания школы разрушения. Оба работают на электричество, и они уровня ученика. Да, это не новичковые способности. Где бы я мог их потренировать? На мосту! Холодрык, конечно, на улице, но... Я не могу терпеть, хочу попробовать посмотреть, что они делают и как они работают. Электричество должно бить очень сильно. Итак, в левой руке у меня... Просто электрический заряд... Который просто делает электрический заряд. Да, молния. А это... Тоже электрический заряд, но немного действует он по-другому. Он должен... Забирать у оппонента магические силы и... Еще телепортировать немного назад. Что ж, надо будет опробовать это на деле. К сожалению, наверное, с этим заклинанием придется мне расстаться. Оно не такое уж и полезное. В контексте сейчас... А это мне пока что нравится намного больше. О, да. Ладно. Товдер. Пора донести ему книгу. Я надеюсь, что мы найдем что-то полезное, связанное с Арталом. Я не хочу, чтобы это все было просто так бесполезно. Это не может быть просто так и бесполезно. Это всегда так воодушевляет. Видеть, как молодое поколение рвется к знаниям. Урак посоветовал мне обратиться к тебе. Вот как? Ему что-то известно про нашу чудесную находку?
Он говорит, что тебе стоит прочитать вот эту книгу, называется «Ночь слез». Ах да, я позже обязательно загляну в Аркадию. Я просто не могу оторваться. Что бы это ни было, оно красивее всего, что я видел в жизни. Если позволишь мне слегка отвлечься, я думаю, я смогу сделать несколько наблюдений. Уверен, вы уже заметили эти символы. Они совершенно отличаются от всего, что мы видели раньше. Айлейдские, двемерские, дейдрические, даже не фалмерские. Ничего не подходит. Весьма-весьма интересно. А теперь, хоть я и не уверен, что ваше чутье так же развито, как мое, за годы практики, но вы что-нибудь чувствуете? Да, оно излучает магию. Изумительный предмет. Он практически излучает магию. И тем не менее не похож ни на что из того, что мне встречалось раньше. Архимаг Арен уже занимается этим вопросом. И надеюсь, мы скоро узнаем больше. Боюсь, теперь... я должен вмешаться. Мне срочно нужно поговорить с вашим помощником. Немедленно. Это совершенно недопустимо. Мы тут заняты серьезным исследованием. Да, я не сомневаюсь в его важности. Однако мое дело не может ждать. Что ж, так безобразно меня не прерывали никогда в жизни. Какая наглость! Думаю, мы продолжим позже, когда нам не будут мешать. Я слушаю. Сейчас же. Что происходит? Правда? Что ж, позволь мне прояснить ситуацию. Я хочу знать, почему в коллегии появилось некое лицо, называющее себя членом Ордена Псиджиков. А, это ко мне. А также я хочу знать, почему это лицо желает поговорить с тобой. Так что мы сейчас побеседуем с ним и выясним, что именно ему нужно. Почему тебя это так обеспокоило? Вопросы здесь задаю я. А тебе достаточно знать, что Орден Псиджиков — преступная организация. Они поставили себя выше закона. Они уже сталкивались с Альтнерским Доминионом. И я не допущу, чтобы то же самое произошло здесь. Чем они тебе так не приглянулись, по-моему, крутые ребята? Знают многое в магии, да, в отличие от... Ты поговоришь с этим монахом и выяснишь, зачем он пришел, после чего его выставят с территории коллегии. Поверь мне, он тебя не спросит. Они сами появляются и исчезают, когда хотят. Так у вас здесь все-таки есть телепортация, а почему я об этом не знаю? Пожалуйста, не волнуйся. Да, только не останавливай еще раз время, нет! Приятно с тобой познакомиться лично. Что тебе от меня нужно? Я просто хочу с тобой поговорить. Я дал нам шанс поговорить без свидетелей, но это ненадолго. Будем кратки. Ситуация здесь в вашей коллегии чрезвычайно важна. А наши предыдущие попытки связаться с тобой провалились. И я последний думаю, раз у вас очень хорошо получилось. По причине наших страхов. Этот предмет Око Магнуса, как вы привыкли его называть. Его энергия не позволила связаться с тобой через видения, которые мы тебе посылали. Чем дольше он остается здесь, тем опаснее ситуация. Поэтому мне пришлось прийти сюда лично, чтобы сообщить тебе, как с ним поступить. Если дело настолько опасное, почему ты ничего не предпримешь? Боюсь, все не так просто. Пойми, Орден Псиджиков обычно не вмешивается в события непосредственно. Многие удобно. Мои собратья воспримут мое присутствие здесь как нарушение наших правил. И я уйду, как только мы закончим беседу. Я прекрасно понимаю, что мое прибытие вызвало подозрения. Особенно у Анкана, вашего талморского коллеги. Да, он нервно немного, не обращай на него внимания. Мой орден не будет действовать прямо. Действовать придется тебе. Почему мне? А в чем?
чем... Так, давай сначала. Давай... Скажи мне сначала, в чем проблема? Как ты уже, вероятно, знаешь, этот предмет, око, чрезвычайно могуществен. Мир не готов к появлению такой могущественной вещи. Если око останется здесь, его используют во зло. Увы, кто? Многие в Ордене полагают, что неотвратимое уже произошло. Или вот-вот произойдет. Нет, ну я, конечно, помогу, только я вот не знаю, что мне делать. Я только начинаю знакомиться с магией. И в целом... Увы, будущее для нас такая же тайна, как и для тебя. Ошеломительная мощь ока не позволяет нам увидеть грядущее. Я боюсь, что уже нарушил правила своего ордена, но все-таки я скажу тебе еще одно. Найди Авгура Данлейнского в вашей коллегии. Возможно, он знает и чувствует больше, чем мы. А кто это? Когда-то он учился в коллегии. Теперь он нечто другое. И где мне его найти? Я не знаю. Он где-то в коллегии. Наверняка кто-то из твоих коллег знает, где он. Прости, что я не могу сообщить тебе желаемое, но этот разговор требует от меня больших усилий. Теперь, боюсь, я должен тебя оставить. Мы будем присматривать за тобой и направлять, как только сможем. Залог успеха внутри тебя. Никогда не забывай этого. Извините, вы хотели что-то сказать? Да, да. Угу. Да. Что все это значит? Простите, боюсь, я не вполне понимаю. Не прикидывайтесь скромником. Вы просили встречи с неким членом коллегии. Вот он. И чего вы от него хотите? Произошла ошибка. Очевидно, мне тут не место. Я откланяюсь. Что? Что это за шутки? Вы никуда не уйдете, пока я не выясню, что вы затеяли. Я ничего не затеял. Прошу прощения, если я как-то оскорбил вас. Это мы еще посмотрим. Савас. То, чему ты здесь научишься, будет помогать тебе на протяжении всей жизни, а то и нескольких жизней, если у тебя есть талант. Тебе доводилось слышать об Авгуре Данлейском? Что, Толфдир опять рассказывал байки? Мне казалось, он уже должен был понять, что это неподходящая тема для разговоров. Прошу тебя, не позволяй ему распространяться на эту тему. Значит, он знает. Ладно. Да, ладно. Спасибо за информацию. А, Толвдер, значит. К сожалению, уже поздно. Для того, чтобы у кого-то что-то спрашивать... Поговорю с ним утром. Ну, ты... С тобой я еще разберусь. Анкана очень странный тип. И псиджики в том числе ему не доверяют. А я по какой-то причине псиджикам верю. Да-да. Надо еще поспать. В тот раз в таверне кровать была настолько неудобная, что я просто вообще понятия не имею, как я умудрился там просто вообще как-либо спать.